Доброе утро. Доброе. Назовите, пожалуйста, свое имя. Дэниел Оушен. Мистер Оушен, а чем вы собираетесь заняться в случае освобождения? Вегас давно не ездил. Хочешь обчистить казино? Для такого дела нужна дюжина мошенников высокого класса. Зачем столько? Так, навскидку, свой человек в казино, спец по машинам, напористый негр. Ниже 18,5 я сбросить просто не могу. Спасибо за помощь, мистер... Мистер Дэнни. Я бы смог сбросить цену 17-16 за каждую. Что вы? Да, сэр, сбросите. Несколько лжепридурков. Я шарики, они могут лопнуть. Джентльмен. Раздольщик шарик. Человек, способный разжалобить, и лучший электронщик. Здесь деньги из трех казино. Они не Терри Бенедикта принадлежат? Да, ему. Он будет против? Может быть, уверен. В чем дело? Сам не пойму. А батарейки проверял? Да, предположим, нам все это удалось. По-твоему, мы просто так вынесем оттуда 150 миллионов долларов наличными, и никто нас не остановит?